Будем преследовать террористов везде. В аэропорту, Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Я прошу меня извинить за простоту выражений. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства. Оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа совета поменять конституцию. Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу. Мозги. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого. Понимаете? Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть, так. Хрена с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать. И говорят, кто не с нами, тот против нас. Пропадает всякое желание нас принимать. Нахрена им нас принимать, если мы и так все исполняем? Зорно, понимаете, стыдоба какая-то. Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не равен час. Ну, вы меня понимаете. Прислали подглядывать, они подслушивают. Некрасиво. В шутку спрашивали и отвечали, чем ЦК, ну, видимо, вот отличается от ЧК. ЦК цыкает, а ЧК чикает. Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. У вас же и дров-то же нет. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. Но я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом, бить себя веригами и доказывать всем, что мы хорошие. Пусть жену свою учат щи варить. У нас ведь еще с советских времен говорили, хотите там закопать человека, назначить его на сельское хозяйство. Умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? Спасибо. Не клялся на крови. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Что может сказать, я уже говорил о музыке Чайковского, человек без прописки. Музыку люблю популярную классическую музыку. Все выговорили из носа. И размазывали по своим бумажкам, как у нас в некоторых местах говорили, шило в стенку и на боковую залечь. Каждый должен мотыжить, как святой Франциск, свой участок. Бум-бум. Ежедневно. За Путина голосует быдло. Ну, вообще-то неприлично. Мне так кажется. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. Ну, а вы обидели. Я два слова только сказал, я вы уже обидели. Ну прекратите. А я не шучу. Oh my gosh, it's...
So. Como assim? Tudo bem aí? Ai, meu Deus do céu! Tá bem, vem. Ei, ei, ei. Ai, não sei. Corre, velho. Corre. Hey, the bus get here, bro.
Started like the engine, like the train, full speed, back with the chief.